К источнику, бьющему из недр земли, Валерий Парменов приходит два раза в неделю. Набирает воду для себя и для родственников. Родник на улице Кожевники житель Мурома выбрал среди прочих. Вода именно из этого источника на его вкус наиболее приятна. Мы используем вообще для готовки, для питья, для больных. Берем воду. Всего в городской черте бьют 9 ключей. В Карачарово, на Вербовском, на берегу реки Оки в центре. За содержание родников отвечает МБУ благоустройства. Предприятие регулярно проводит бактериологический анализ воды. Со слов Нины Филипповой, сегодня вода во всех муромских родниках безопасна. В обязанности благоустройства также входит и ремонт подходов к источникам, и их своевременная очистка. В том году мы отремонтировали 3 родника. Ну, что могли, выполнили. В этом году мы планируем еще 3 подремонтировать. Это Карачаровский центральный, Карачаровский Касимовский и на Вербовском родник. Конечно, внешний вид источников далеко не идеален. В этом лично убедился и глава округа Муром Евгений Рычков, совершив объезд по всем муромским родникам. Объехал родники, посмотрел на их состояние. В общем-то, сделал такие существенные замечания благоустройству, потому что многие родники замусорены. Я, конечно же, замечаю, что прежде всего тем, кто отвечает за поддержку чистоты на родниках. Вот, и сейчас они эту работу проведут, устранят все загрязнения. Но, естественно, и к муромлянам тоже хотел обратиться, что ну, давайте не будем мусорить там, где мы воду набираем. В скором времени обретет новый вид и самый известный муромский родник в селе Карачарово. В народе родник Ильи Муромца. Администрация округа уже нашла инвестора, который поможет благоустроить источник. Сейчас готовится проект, и дальше будет произведено благоустройство этого места. Это будут деньги меценатские, это не бюджетные деньги. Собственно говоря, вопрос уже решен, и наши, скажем так, коллеги из Москвы готовы профинансировать этот проект. Родник в Карачарово будет стилизован в соответствии с былиной об Илье Муромце. Возможно, что со временем этот родник может стать визитной карточкой Мурома наравне с памятником Петру и Февронии. Ольга Келешина, Александр Симонов, Александр Барсуков. Новости 24. Муром.